Привет, меня зовут Саня Стефанова, и это наш 8-й выпуск книжек-бложек. Вчера мы закрыли продажу билетов на наше открытие сезона 27 сентября, с чем можно нас поздравить. Мы очень рады, и это очень приятно, когда ты выходишь на сцену, а зал битком набит. Спасибо вам всем большое, что вы купили билеты. А те, кто не успел, следующий наш концерт 31 октября. Будем играть программу, которая будет посвящена композитору Сергею Васильевичу Рахманину. Обязательно приходите, мы все про него расскажем и будем играть его камерную музыку. На этой неделе я не притронулась к книжке вообще и написала ни одной строчки. Все потому, что мы участвовали в праздновании Дня города. И там я читала целую лекцию, которая была посвящена русскому музыкальному театру. Но так как русский музыкальный театр тоже имеет непосредственное отношение к истории музыки, то я вам расскажу пару интересных историй про оперу или балет. Вообще тема русской музыки будет обязательно затронута в книжке. Я говорила о специфике именно русского музыкального театра, то есть оперы и балета, но вообще это все равно все строится на традициях западноевропейской культуры. И они все пришли примерно в одно и то же время и в одном и том же контексте. Это все было не совсем четко, опера, четко балет. После того, как царь Алексей Михайлович Романов захотел, чтобы у него при дворе были какие-то театральные действия, которые были в западноевропейской традиции, а не какие-нибудь скоморохи и всякие балаганы. Надо сказать большое спасибо Петру Первому, который разрубил свое окно в Европу. Он привнес в Россию традиции западноевропейского увеселения, то есть вот эти все балы и, соответственно, мода на все западноевропейские танцы, которые было принято танцевать во время балов. И получается, что для того, чтобы вот эти вот традиции привнести в Россию, нужно было оттуда привести и композиторов, которые считалось, что только итальянцы умеют писать итальянскую оперу. А балеты, они на тот момент еще не были вот к этому мы привыкли. Это все-таки была связка танцев, только при Екатерине это стало разделяться на четко танец, четко опера, четко драматический театр. И при Екатерине были построены первые императорские театры в России.